что, если чувствуешь за собой правду, то борись за нее до конца. Вот и мы сейчас постараемся приплыть на тот берег и заявиться с приветом на эту усадьбу, за которой стоит огромнейший авторитет, о котором мы, кстати, раньше слышали. И по поводу Алексея Александровича, я не ошибся в его выборе, потому что у нас просто-напросто нету такого похожего человека, как он, в своем близком окружении человек, который на службе и который за правду. Я вижу, что он старается нам безвозмездно помочь. Он честный и праведный человек своего дела.